Ну вот, собрала я их такая домой, да. Едем мы на автобан, выехала 35 километров мне ехать. Они такие: музон, включили музон, гремит, девчонки Катюшу поют. Окна запотели, да, я себе там проделала такую, протерла, как в танке, дырочку такая, еду, смотрю на дорогу, вот. А нужно было не ехать прямой дорогой Кёльн-Бонн, а в середине нужно было съезд, там съезд в Бойль есть, трех пьяниц нужно было этих завести. И я такая еду, да, еду, уже расслабилась, такая на скорости качу, кокос из бригады, такая пальцы веером на этот, на руль положила, да, довольная жизнью собой. И, короче, на всех парусах, как я проскочила этот поворот. Доехала до кольца города Бонна, да, и что делать? Я разворачиваюсь, иду ее обратно. Думаю, ну вот как же с остановками, с автобусами? Если на одной стороне остановка есть, то на другой стороне тоже остановка есть. Если с одной стороны можно съехать в Бойль, то и с другой стороны можно съехать в Бойль. Я, короче, опять на всех парусах, не унываю. Еду, еду, а там нету поворота на Бойль, на все что угодно, но только не на Бойль. Я, короче, опять до Кёльна доехала, девчонки уже поспать успели. Такие просыпаются: ой, чего ты до сих пор еще в Кёльне ползешь? Сколько ты можно, когда ты научишься быстро гонять? Прикиньте, я им, короче, рассказала: девчонки, я проспала поворот, и они как стали надо мной смеяться. Вот, а мне обратно их везти. Че вы ржете, да? Я 70 километров отгоняла. Ну, в общем, едем мы дальше. И я опять, блин, проскакиваю этот поворот. И по второму кругу в Кёльн. Девчонки уже писаются кипятком, они мне такие говорят: сплите, давай мы кабриолет откроем, да? Мы уже тут, блин, рассвет встречаем, 3 часа ночи выехали, уже 7 утра, уже солнце, давай хоть мы это, на солнышко посмотрим, мы всегда мечтали. Вот, и такие открывают кабриолет, мы едем дальше, а на автобане-то ветер сильный, а у меня волосы распущенные, у меня, короче, волосы вокруг головы запутались, как кокон тутового шелкопряда, да, я нифига не вижу, я говорю: девчонки, уберите мне волосы с лица, они мне дульку какую-то связали, да, она так болтается, как сопля, так еще и трясется при езде. Вот, так, короче, доехала я до Бонна, и я их через Бонн повезла в Бойль. Это там еще дольше получается, потому что не по автобану, там каждому переходу нужно кланяться, а уже... В общем, так я их и довезла с этой дулькой несчастной в очках. Красивые такие выезжали, обратно такие рожи размазанные, да, такие мухами залепленные. Покатались на кабриолете, блин, до утра. Вот, подъезжаю я их, короче, завожу, все нормально, казалось бы, да, сейчас умотаю, наконец-таки, домой, уставшая, как не знаю кто. И такая, чувствую, машина глохнет, я не знаю, что делать, блин, машина глохнет. Вот благо, что мы доехали, оказалось, знаете что, я бензином забыла заправиться. Вот, ну, я настолько, да, умоталась туда-сюда ездить, что я даже не обратила внимания, что у меня там лампочка сигналит. Короче, пришлось мне машину мою вызволять. Опять друзей попросила. Они мне помогли ее заправить. Вот так вот.